Всем добрый день, это Виталий, компания Boston Technic. Сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такой вот кирвиц. Кирвиц абсолютно в рабочем состоянии. Значит, резина, ну прям на твердый 3 с плюсом, я бы сказал, еще прослужит достаточно долго. Что здесь могу сказать? Движ стоит ND3, EMZ238, ND3. Вот, он 240 лошадиных сил. Сейчас заводить не будем, потому что отсутствуют аккумуляторы. Уборка последний день. Дай бог, ребята сейчас отбираются, да, ну и, соответственно, можно будет приезжать смотреть. Резину показываю. Вот он, протектор, соответственно, да. Вот есть лопины, но опять-таки это прослужит еще 1000 лет. Ну, не 1000 лет, но несколько лет точно. Вот, задняя резина также показываю, да, есть, соответственно, вот такие вот сколы, что называется. Что здесь делать? Здесь все капиталилось, ну, по факту, да, там, говорить вот так вот словесно, что, как, почем, когда коробка и так далее. По факту приезжайте, я говорю. Кому нужен кирвиц, вы приедете. Ну, прежде всего, кому нужна техника. Вы приедете, мы здесь на месте все расскажем и покажем. По лошадиным силам я вам сказал, 240 лошадиных сил. Навеска полностью комплектная, показываю. Два цилиндра в рабочем состоянии. Вот она навесочка, трехточка. Без проблем. В связи с обновлением автопарка, ну, прежде всего, да, тут хозяйство переходит на иномарки. Вот. Продавали, вернее, не продавали, а стояли, думали, ну, мало ли там понадобится работать еще там дополнительно, еще что-то такое. Нет. Все хорошо, ситуация стабилизирована. Вот, соответственно, данный кирвиц продают. Здесь все в рабочем состоянии. Вот, когда что капиталилось, да, там, ну, капиталки проходил, конечно же, это же бушная техника. Бушная техника. Да, он подкрашивался несколько раз. Это крупная организация продает. Вот. Он красился своими силами, да, там подкрашивался. Вот. Трубы, обращаю внимание, закрыты. Стоит он несколько лет без работы. Ну, завести сказали, что тут аккумуляторы накинули, да и все. Потому что он приехал и стал сюда своим ходом. Беспроблемно. Стал своим ходом он в прошлом году осенью. Вот зиму отстоял. Кому необходимо, обращаемся. А да, кстати, он с документами, со всеми делами на номерах. То есть, учитывая, что уже с учетом еще. Так что, кому необходим подобный кирвиц, обращаемся. У нас уже все есть. Вот они, потеки. Потеки тоже присутствуют, прежде всего, бушная техника. Вот, так что, кому необходимо, звоните, пишите. С удовольствием реализуем.